Потратились и при этом сэкономили. Муниципальное предприятие инженерной системы в прошлом году перешло на энергосберегающие технологии. Обновило парк техники. На чем еще и заработали? Новая техника, соответственно, меньший расход топлива, соответственно, меньшие расходы на ремонт техники. Мы заключали договоры с другими предприятиями, с организациями. Мы оказывали услуги, предоставляли им технику в аренду. То есть порядка 8 миллионов предприятий заработало на этом в 2015 году. Каждый рубль на счету. О необходимости экономии и поиска новых доходов на встрече с главами городов и районов говорил губернатор Николай Меркушкин. Глава Самары Олег Фурцев поставил такую задачу перед всеми департаментами и муниципальными предприятиями. Для нас, конечно, каждая копейка, каждый рубль важен, особенно вот в условиях экономической такой ситуации, непростой. Нам важно, чтобы все, что платят люди в виде налогов, или все, что вы получаете в счет оказания своих услуг, как можно эффективнее работало на благо развития Самары. Теперь проводят ревизию, как справились в прошлом году. Почти все муниципальные предприятия отчитываются, научились не только работать, но и зарабатывать. А значит, и городской бюджет пополнять. Половина прибыли предприятий идет на нужды города. Из 29 муниципальных предприятий практически большинство, 25, работали в 2015 году лучше, чем в 2014. Где-то их прибыль возросла на 50%. В первую очередь затянуть пояса пришлось в городской администрации. Департаменты со схожими задачами объединили и сократили 20% чиновников. Зарплаты остальных заморозили. Урезали расходы на топливо, связь, оргтехнику, но больше всего денег сэкономили за счет грамотного подхода к закупкам и аукционам. Почти 500 000 000 рублей. Бережливую политику продолжат и в этом году. И дальше будут сокращать расходы на нужды муниципальных властей. С аукциона уйдет часть служебных автомобилей. Все сэкономленные деньги, а сейчас это почти 700 миллионов рублей, пойдут на социальные статьи, зарплаты учителям и воспитателям детских садов, создание дополнительных мест для дошкольников. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.